Где-то вдали от всего спрятано маленькое королевство, в котором живут эльфы и феи. Все его обитатели очень-очень маленькие. Я эльф Бен. А я принцесса Холли. Давайте играть. Нас, подожди! Маленькое королевство Бена и Холли. Сегодняшнее приключение начинается в открытом космосе. Пикник на Луне! Ракета службе контроля! Через несколько минут мы сядем на Луну! Хорошо, мистер Эльф. Вы должны приземлиться возле моря спокойствия. Прелесть. Когда будем на берегу, мы устроим пикник. Ох, няня Плам, последний раз. Мы здесь не идем на пикник. Почему? Потому что у нас серьезная миссия на Луне. Чем помешает пикник? Все готовы? Мы идем туда, где ни один эльф еще не бывал. И фея! Да, прости, Холли. Мы идем туда, где ни один эльф или фея не бывали никогда. Друзья, повеселились и хватит. Вот расписание нашей миссии. 1. Посадка на Луну. Есть. 2. Поставить флаг. Теперь я король Луны! Поставить флаг. Есть. 3. Вернуться домой. Но как же наш пикник? И мы не видели моря. Да, где же море спокойствия? Я хочу плавать. Ох, море спокойствия не состоит из воды. Там лишь песок. А где же тогда пришельцы купаются? Пришельцы? Няня Плам сказала, что они живут на Луне. Ха-ха, это просто такая выдумка. Бью-бью-бью. А, пришелец. Привет. Пришельцы! Здорово! Бли-бли-блю! Красота! Он говорит привет! Вы знаете их язык? Нет. Это служба контроля! Что там происходит? Здесь пришельцы! Прекрасно! Это исторический момент, конечно же! Это просто что-то невероятное! Как вы думаете, он хочет сэндвич? Няня Плам, мы не празднуем исторические встречи с сырными сэндвичами! Может, пришельцы покажут нам, где здесь море? На Луне нет морей, только песок! Но из него ведь можно строить! Да! Опа! Нет, не вздумайте копать Луну! Пришельцы расстроятся! Пришельцам нравится строить из песка. Опа-опа! Я проголодался! Я тоже! Пора на пикник! Нет! Волшебная корзина! Магия! Няня Плам, вы машете волшебной палочкой? У меня же ее нет, забыли? Вы отобрали ее перед дурацкой миссией. Ах, да! Конечно, волшебной корзине не нужна помощь волшебной палочки. Можно просто попросить, что хочешь. Пожалуйста, корзиночка, сделай нам сэндвичи с мясом и сыром. Ура! Ура! Она сладкая у нас, волшебное желе. Няня Плам, не повторите желейный потоп. О, все в порядке. Няня Плам, вы должны очень тщательно подумать над тем, что вы делаете. Конечно. Волшебная корзиночка, сделай нам желе. Что она делает? О, нет.
Я забыла сказать чуть-чуть. Желе потом! Няня! Слишком много желе! О, нет! Это потом! Ой-ой-ой! Что происходит? Няня Плам затопила море спокойствия желе! Няня Плам, теперь все карты Луны придется изменить. Море спокойствия станет морем желе. Простите. Простите? Пришельцы будут недовольны. Желе! Но пришельцы едят желе. Оно им очень нравится. Желе! Им нравится. Я сделаю им еще. Корзиночка. Нет, няня Плам, я запрещаю вам снова делать желе в этой миссии. Ну, взгляните, как они расстроены. Они хотят кушать. Больше никакого желе. Ладно. Я хотела попросить немного желе для себя. О! Но, няня, мы все равно не сможем покушать. Нам мешают наши шлемы. Это последняя капля. Нет воды в море. Нельзя ничего скушать. Что это за пикник такой? Это не пикник! Ладно, летим домой. Няня Плам права. Пора домой. Я же вам это и говорил. Пока, пришельцы! Пока! Пока-пока! Люблю пришельцев! Да, они красивые. Всем приготовиться ко взлету! Перевожу управление в режим... Ой! Что такое? Топливный бак пуст. Ох, у нас совсем закончилось горючее. Что это значит? Мы застряли на Луне! Навечно! О, нет! Что? Что такое? Я залил достаточно топлива, чтобы прилететь на Луну, но я забыл о дороге назад. О, да. Это вы напрасно. Да, да, я сделал глупость. Это все из-за ваших правил. Если бы вы не отобрали палочку, мы могли бы вернуться с помощью магии. Но поскольку Я думаю, достаточно магии на один день с этим вашим пикником. Но я не хотела делать так много желе. Много желе? Конечно! Няня Плам, слушайте внимательно. Вы должны опустить вашу корзину в топливный бак. Зачем? Нет времени для вопросов. Опускайте. Вот топливный бак, няня Плам. Так, попросите корзину сделать желе. Что? Но вы же сказали больше никакого желе. Помните? Да, я так сказал, но это необходимо. Ладно, сколько желе вам нужно? Много. Сейчас. Что? Это зачем? Желе вылетит из корзины с огромной скоростью. Мы используем силу желе, чтобы вернуть нашу ракету домой. Если б я сказала то же самое, вы бы возмутились. Но сейчас говорю я, а не вы. А мудрый эльф очень мудрый, няня Плам. Я думаю, просто умный. Ладно, давайте начнем. Пожалуйста, корзиночка, сделай желе. Много-много. О, держитесь, друзья! Эльф-ракета на связи! Мы летим в маленькое королевство! На желейной тяге! Ура! Они уже летят домой! Мистер Эльф, посадите ракету в лягушиный пруд! Слушаюсь! Где они? Все отойдите назад!
Полет окончен! Мы дома! Здравствуйте, Бен и Холли! Мы слетали на Луну и назад. Наша миссия завершена. Благодаря прекрасным эльфийским умам. Скорее, благодаря моему желе. Что? Без моей волшебной корзины мы бы сейчас были на Луне. Ну-ну, няня, не будем спорить из-за деталей. Скажем так, эльфы отправили нас на Луну, феи принесли нас домой. Ура!